Большой приветик. Мы на центральном рынке. Город Ростов-на-Дону. Посмотрим, почем цены. Посмотрите, какая хорошая дынька. И вот такие уже дыньки есть. Прям хорошо поспевшие арбузики. О, смотри, это бандюэль кукурузка. Персики, слива, нектарин по 100 рублей. Смотри, какие яблочки. Яблочки по 100 рублей. Ага. Пахнут хорошие. А сладкая дыня? Очень, да, сладкая. 50 рублей килограмм. Надо будет купить. Будем сейчас идти на обратном пути. Желтый арбуз по 50 рублей. А это из Узбекистана дыня по 80. Хорошая. Сейчас назад будем идти. Да, сынок? Да. Это черная смородина по 160. А почем черешня? 200. По 200. Это вишня по 200. Я ж тогда пришла, нам только вот одну там весу почистила. Черная смородина по 150. Вишня по 200. Абрикосы по 140. И такие желтые-желтые персики. Персики по 180, по 170. А вот слива по 100 рублей. Хорошая слива, прям такая сочная. И так видно. По 35 кабачки. Да. По 60 перец. Картошка молодая по 35. А вот помидоры хорошие по 100 рублей. Крупные какие. Арбузики по 25. Надо будет арбузиков купить уже, да, сынок? По 60 перец. Баклажаны тоже по 60. Вот по 35. По 35 картошка. Морковь по 45. А вот какая молоденькая кукурузка по 20. Давай, хорошо. Хорошая. Так, ну пойдем дальше, посмотрим еще. Ой, какие персики медовые по 200 рублей. Классно. А почем малина? Малина 200 рублей, лукошка, русская наша, не привозная. Заходим. А вишня? Вишня 200 рублей. 200 рублей, да. Это будет сейчас. 100 рублей смородина, видите какая? Ой, хорошая, да. Она и вкусная очень. Угу. По 25 кукурузка уже покрупнее. А это что это такое, сынок? А это у вас что, голубика, да? 200 рублей. Классно. Черная смородина, красная смородина. Крыжовник уже. Малинка по 100 рублей. Да. А такая сколько? 200 рублей такой лоток. Ой, какая хорошая, крупная такая. Шикарная, домашняя. Сладенькая, да? Очень вкусная.
По 150. Сладкие? Какие классные. По 80 есть. Нормальные арбузы? Маленькие. Красные арбузы какие хорошие. Наши. А почем арбузы? 25. Угу. Ой, классно. Куда никто не бери. А почем огурцы? 50, 60 и 70. Домашние. Вот эти хорошие по 70. На зиму, чтобы закрывать. А такие почем помидоры? Розовые. А такие почем помидоры? По 110. А цветная капуста почем? Вот по 35, по 35 картошка, морковка 45. Пошли посмотрим еще. А вот даже если по 10 кукуруза, вот такая. Смородина по 150 здесь. По 100 рублей нектарины. Здесь кабачки по 30. Кукуруза по 20. Огурчики по 50. Черешня по 150 здесь. Персики по 140. А почем щавель? 30-50. 30 рублей. Хорошие пучки прям. А это василек, да? Да. Есть по 20. И сколько такой пучок? 50 рублей. Ой, как хорошо. Такой большой пучочек 50 рублей. А почем лук? Перец по 50. А почем черешня? 200 рублей. Какая хорошая черешня. Ну, пойдем посмотрим сумму. Красные тут. Морковь по-корейски. А почем морковь? 100. Смотри, какие сумы. Да нет, мы сейчас будем идти на обратном пути. Кукурузка вот есть. Пойдем посмотрим еще там. Здесь тоже морковь по 100 рублей. Сколько всего. Грибочки. И креветочки. Классно. А мы смотрим. По 100 рублей. Лень, какие хорошие. Грибы шампиньоны по 100 рублей. Вот это маленькая дынька по 40. И по 50 тоже есть. А вот какие хорошие абрикосы по 120 и по 100 есть. Малинку забирайте, 200 рублей есть, лоточек, там больше, чем полкило. Голубика по 50. Ну, сколько зелени много. А почем редиска? Банка 50, а пучок 100. Пучочек сколько? 100. 100? Это вот цветочки продают, смотри какие, какая красота, и розочки,
На какую фразу вы хотите? Вот я вам сказала. А это как у вас? Вот это нет, 200 рублей. Где у вас надо? Очень красиво. 200. А еще вот как? На 300. 200 это сладкие персики. Планировали так, получилось. 150. Глянь, какие крупные персики. О, груши. А почем груши? 80 рублей. Здесь вот в районе центрального рынка много разных магазинчиков. Теле2, табак, пироги, пекарня. Кот какой-то. Ага. Вон какая пекарня. Пиксики, пирожочки. Разные пирожочки. С индейкой, с фасолью. Может, будешь пирожочек? А может, кексик такой? Не хочешь кексик? Да нет. Маффины. Видишь, какой панчо. Кафе кондитерская панчо. Азовская кондитерская фабрика. Здесь как раз идет ремонт около центрального рынка в Ростове. Сейчас пока дорога закрыта. А так, конечно, очень много магазинчиков. Шаурма, магазинчик Фермер, Мишкина, пекарня. Это какой-то магазин одежды. Вот такая пекарня. Аптека, еще одна пекарня, хлебница, магазин Агрокомплекс, молочная продукция, а там тоже кулинария, правила вкуса. Такие матрешки красивые, ой, вообще красота, каких только нет. Очень красивые матрешки. Такая посуда красивая.